Привет, друзья, это канал Music Market, меня зовут Иван Захаренко. В предыдущем видео мы сравнивали комплекты струн с обмоткой из бронзы и фосфорной бронзы. Если еще не видели, обязательно посмотрите это видео, оставляю вам ссылочку. Ну а сегодня мы решили сравнить струны с различным калибром и посмотреть, как калибр струн влияет на звучание. Готовы? Поехали! Всем понятно, что чем тоньше струны, тем, соответственно, их проще прижимать. Именно поэтому начинающие гитаристы после покупки гитары ставят на свой инструмент более тонкие струны. Соответственно, возникает вопрос, а зачем тогда вообще существуют толстые струны, если их тяжело прижимать? Все дело в том, что калибр струн имеет самое непосредственное влияние на звучание. Чем толще струны, тем больше они раскачивают гитару, заставляя раскрывать ее натуральный тембр. Звучание получается более полным, мощным и насыщенным. Струны большего калибра обеспечивают более продолжительный сустейн и лучше держат строй. Кроме того, они прекрасно подходят для игры в пониженных строях. Давайте послушаем, как будет меняться звучание одной и той же гитары со струнами разной толщины. Играть я буду на гитаре от компании Parkwood, модель S60. Ну а экспериментировать мы будем со струнами от компании Daddario, американские струны, обмотка 80 на 20 бронза и представленные сегодня комплекты это EJ10 калибр 10.47, EJ13 калибр 11.52 и EJ11 калибр 12.53. Давайте слушать. Ну что ж, друзья, вот таким получился наш эксперимент. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какой калибр вас больше впечатлил. Лично мне здесь сегодня понравился больше 12-й калибр струн. Ожидаемо он оказался более мощным, более ярким. И специально я играл сегодня такие композиции, в которых используются бенды, а также слэпы, атаки мощные. Ну и как раз-таки именно 12-й калибр очень хорошо передает вот всю эту палитру звуков. 11-й тоже в целом неплох, но мне он показался уже таким более, не таким ярким, то есть струны позванивают, ну а на 10-м, я думаю, вы сами слышали, совсем стоит прям звон. Поэтому 10-е струны, скорее всего, все-таки подойдут для старта, ну а если вы уже, скажем, ваши подушечки привыкли к прижатию, то смело ставьте 11-е и даже лучше стремитесь к 12-м, потому что они, ну, раскрывают гитару, вот конкретно эту сегодняшнюю гитару, максимально полноценно. Друзья, меня зовут Иван Захаренко, это канал Music Market. Обязательно подписывайтесь, если вы до сих пор не сделали этого. Увидимся с вами в новых видео. До встречи, пока!